Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, канале, на котором вы всегда найдете свежие новости, анонсы, бонус-коды и многое-многое другое. Если вы хотите быть в курсе всех игровых событий в нашей великолепной игре, то рекомендую вам подписаться на данный канал и прожать на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых видео. Для вас это абсолютно бесплатно, а для меня это безумно приятно и помогает двигаться вперед. Спасибо вам большое за то, что подписались на канал и поставили лайк данному видео. Ну а в этом видео мы с вами быстренько обсудим все новости, которыми поделился Артур No Name. И новостей, в принципе, большое количество. Все они касаются того, что нас ждет на следующей неделе. А на следующей неделе у нас ожидается крайне горячие дни, потому что каждый день в течение 5 дней будет появляться что-то новенькое, интересненькое, а в пятницу так вообще целых 3 игровых события. Итак, ребят, погнали! В понедельник, 5 августа, стартует квест, который неким образом будет связан с Ютубом. Не знаю, чем мы там будем заниматься, возможно, будем искать каких-то блогеров, которых мы никогда не знали и не слышали, а возможно, будем поддерживать бывалых ютуберов. Что конкретно делать будем, я пока не знаю, но больше чем уверен, что это будет занятно и интересно. В любом случае, все это обсудим в понедельник, так как от меня ждите отдельный видос с разбором данной игровой активности. Ну и в отношении следующих игровых активностей, вторник, 6 августа, активность, которая попахивает голдой. Да-да, именно так сказал Артур No Name, запах золота будет постоянно витать вокруг нас. Не знаю, что конкретно имелось в виду, но подозреваю, что, скорее всего, в этой игровой активности мы сможем получить с вами бесплатной голды. Я бы вот, допустим, абсолютно не отказался и надеюсь, что так оно и будет, и данная активность будет недонатной. В отношении среды, 7 августа, планируется стримчик с разработчиками на официальном канале Wargaming. Ведущими, скорее всего, будет Анна Тортик и Александра. Ну а в отношении того, можно ли ждать чего-нибудь вкусненького, есть легкий намек на то, что, возможно, там будет бонус-код. Информация не проверена, но надеюсь, что бонус-код там будет. И как только он там появится, на канале опубликую соответствующее видео для тех ребят, которые пропустят данную прямую трансляцию, чтобы они тоже смогли ввести этот бонус-код, если разработчики таким бонус-кодом с нами поделятся. В отношении четверга стартует ивент, в котором можно будет забрать себе абсолютно могильщика. Я считаю, что тема довольно неплохая, а в отношении сложности получения вроде бы как квест не обещает быть прям совсем сложным, и справиться при желании с этим квестом действительно можно будет. Главное приложить руки и иметь свободное время. Ну и пятница, самый жаркий день следующей недели, 9 августа, целых 3 игровых активности. Ну а именно, первое, стартует ивент, в котором будут крушитель и уничтожитель. Также, если все будет так, как я себе планировал изначально, общаясь с разработчиками, то 9 числа появится в игре Костолом. Кардинально новая машина, обзор на которую у меня на канале уже готов и будет опубликован, как только данная тачка будет официально презентована игрокам в игре. Второе игровое событие — это квест, в которых можно будет собирать себе нашу сезонную валюту. Да, можно сезонную валюту будет получать в отдельном игровом событии. Ну и третье, что самое вкусное, будет некий подарок в честь Mad Games в магазине, который будет абсолютно бесплатным. Необходимо будет просто зайти в игру, ну и, соответственно, забрать причитающееся. Надеюсь, вы готовы к следующей игровой неделе. Я лично потираю руки в томительном ожидании и уверен, что следующая неделя будет не только жаркой, но и результативной в отношении получения дополнительных наград от разработчиков. Если вся эта информация была вам полезна и вы хотите быть в курсе всех новостей нашей игры, подписывайтесь на канал прямо сейчас, жмите на колокольчик и буду благодарен за ваш царский лайк, поскольку лайки, ну, крайне сильно греют мою душу. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.